Всем привет! Смотрите, сегодня укладываю лук из мешка вот в такой ящичек. У нас тут уже снега начались, и мы сегодня приобрели степлер. Смотрите, сейчас я этим степлером попробую приколотить, ну, то есть отремонтировать ящик. Оп, держится. Так, теперь такие подставочки. Ну, это я тренируюсь. Я вообще этим степлером собрался обшивать дверь. Как-то он не очень забивает деревяшку. Сейчас еще попробуем. Я натянул пружину, как я считаю. Посмотрим. Именно вот в эту не хочет и все залазить. Или он тонкий. Ну, вообще, вот эти скобы 10-миллиметровые. Ну-ка. 6 миллиметров вообще не хватает. 6 миллиметров длинный, я имею в виду. Ничего, вроде держит. А тут что у нас? А тут может и не держать. Ну ничего, вроде держит. Пробуем ставить. Вот, вот так у нас будет лучок стоять здесь. Темно, конечно, здесь. Ну, что есть, что теперь сделаешь? И здесь вот сверху тоже надо две планочки сделать. Два ящичка уже уложил. Сейчас третий ящик. Не знаю, во сколько ящиков вместится мешок лука. Ну вот, как-то так кладем. Ну и вот весь мешок, вот такой вот, по-моему, здесь 25 килограмм было, уместился в трех ящичках всего лишь. Даже, видите, не полный. Ну, я тут где-то 5 луковиц забраковал. Сейчас пойду укладу или установлю в погреб. Все, можно сказать, на пол зимы мы запаслись. Спускаемся в наш погреб. Кто смотрит наш канал давно, у меня были уже видео на наш погреб. Это вот мы с Ларисой в этом году приготовили. То есть ссылки будут, если кому интересно посмотреть про вентиляцию погреба, про то, как он устроен. Вот. А это я готовлю место под лук. Вот смотрите, вот это место, в прошлом году здесь свекла была, морковка, и как бы немного от них осталось мусора. Я уже, конечно, чистил погреб, но сейчас вот пошел и смотрю, опять какой-то мусор. Вот, приготовил кирпичики. На эти кирпичики вот так вот буду ставить сейчас ящики. И все. И вот здесь у нас лук будет храниться, не знаю, войдет, должен войти. Один, два, три. Три, по-моему, ящика у нас, да? Или четыре. Сейчас скажете, почему я ставлю в погреб лук. Здесь же вроде как сыро, но у нас очень сухой погреб. Вот смотрите, видите, все сухо. А ставлю я в такие деревянные ящички, чтобы хорошо проветривалось. Снизу тоже, вот посмотрите, проветривается. Блин, не влезет 4 ящика, а? Ну, придется рядом поставить. Так, вот, установили второй ящик. 1, 2, не войдет 4. Смотрите, 3 ящика, 4-й все-таки не войдет. Так, да, чуть-чуть не войдет. Придется, наверное, поменять кирпичи. То есть подставить не кирпичи, а что-то другое. Есть у меня вот такие плитки половые.
керамические, поэтому думаю, они хорошо будут держать. Получше кирпичей даже. Ну, теперь, думаю, сюда войдет. Сейчас принесу. Как раз вошел, ребят. Смотрите, 1, 2, 3, 4. Все, теперь... Так, установил, как вы видели, только что... лук и позвал своего главного прораба или главного инженера. Она же будет ходить сюда. Ну-ка, что скажешь, милая? Так, одобрям. Молодец. А что ты так некачественно подмел? Так, видите, уже претензии начались. Я так и знал. Думал, сейчас начнет претензии. Ну ладно, всем пока. Главное, что мы, ребятки, будем с луком. А насчет подмести, подметем. Подожди. Раз ты снял видео про это, про погреб, давай покажем. Вот смотрите, кто-то писал, что взрываются баклажаны. Ну вот смотрите, прошлогодние стоят. Я в этом году не готовила их, потому что у нас прошлогодних полно, я их много готовила. Вот, пожалуйста. Ну все, всем привет, да? Взрывающимся. Ну. Помаши ручкой. Боже, что ты тут наделал, а? Что ты тут делал? Все переставил? Ничего не переставлю. Эти банки не так не стояли. Ну, может быть. Все тут переделано. Ладно, всем пока. Претензии потом будешь. За кадром. Ладно, хорошо.